Спикер Заксобрания края недоволен тем, как в городе ведется экологическая политика. Об этом Александр Ус заявил сегодня на сессии краевого парламента. По его словам, должностные лица медленно исполняют резолюции общественных слушаний по экологии. Среди основных факторов, которые ухудшают обстановку в городе, он назвал Красноярские ТЭЦ, алюминиевый завод, автомобили, пробки и высотную застройку вдоль Енисея. И у меня есть основания говорить о том, что целому ряду наших ответственных должностных лиц, отвечающих за эти направления, придется выслушать очень жесткие, нелицеприятные оценки. Если не будет серьезных изменений в управленческом стиле, я не исключаю и радикальных кадровых предложений, скажем так.